have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и да, я добыл алюминий. Он оказался, одна из алюминиевых жил оказалась в пещерах, в которых мы с вами были, сколько там, 2-3 серии назад. Мне пришлось побегать по карте алюминия не оказалось. Я нашел еще один маленький апгрейд на здоровье, то есть, ну, типа, их нужно 3 на уровень, я нашел один. Побегал немножечко, посмотрел, побегал. В конце концов подумал, что все-таки нужно сходить в пещеру, потому что в прошлый раз мы их не так хорошо облутали. И, в общем-то, оказался прав. Там в одном из закуточков оказалось... алюминиевая жила, из которой получил целых 50. Насторожило меня немножечко другое. Давайте это сейчас посмотрим. Почитаем, посмотрим. Не знаю, как получится. Новое видео. Это реклама. Давайте посмотрим. Unless you separately purchase each character, world, element, model, and texture. Also coming soon. Это выставляется как отдельное достижение, что там самое большое количество микротранзакций. Ну, класс. Wanna talk to some of the hottest life forms in the galaxy? Chat with the most seductive soft bodies in space for a discreet and nebulous encounter. No bones about it. Call 1-900-BLOB-LOVE. Just 2,500 for the first minutes and 42,000 for each additional minute. Call the blob line now. Additional transplantational rates of blood must be over 622 Z-next. Какой ужас. Какой ужас, блин. Эти рекламы, они ровно настолько же отвратительны, насколько и гениальны. То есть ребята, которые это делали, явно знали, что они делают. Хорошо. Так вот, я говорю, что, собственно, меня немножечко насторожило. А, и, кстати, я каким-то образом, пока прыгал на карте, просто нашел цветок с открытым инопланетным сплавом. Мне не пришлось вообще ничего для этого делать. Может быть, я как-то раньше это прошел и просто забыл его забрать или что-то еще. Я не знаю, но у меня есть один инопланетный сплав. Сейчас он мне не понадобится, но все же. В третий раз возвращаюсь к тому, что меня немножечко напрягло. Алюминий получается исключительно из вот этих вот наростов наскальных. Его невозможно получить с какого-то существа, насколько я понял. Это немножечко печально, потому что я не смогу его нафармить, когда мне нужно будет. И мне опять придется бегать, искать. Круто. Видите вот эти две стрелочки? Явно на что они намекают. Там на двери были такие же две. Ну хорошо. Поехали дальше. Теперь у нас есть ускорители. Опасные едкие игры. Прицельно отпустите стабилизатор кислотной бомбы. Наверное, теперь позволяет... Ага, ну, переносить, держать кислотные бомбы, это понятно. Хорошо. Возможно, он бы мне понадобился, а возможно, еще и в будущем понадобится. Я не против. Итак. Книющая пропасть. Планетарные обломки. А у меня сейчас нет главного задания. Ну, я так понимаю, что мне к той двери. Я попробую вспомнить, где она находилась, потому что я сейчас уже забегался. Я помню, что это было где-то на последнем портале. Где-то... там, по-моему. Да, у нас тут была вот эта вот фишка с жемчужиной, которую мы не можем... Я их почему-то хочу называть жемчужиной, потому что они тупо похожи.
Вот здесь вот. Не то чтобы... А вот еще дыра с газом. И она не заткнута. Или все орешки откатились на прежние места? Да, все орехи просто откатились на прежние места. Давайте я еще раз попробую сделать. Я не уверен, что это выход из сложившейся ситуации. Где оно еще? В общем, вот эти вот штуки надо будет, кстати, порастворять. Это я уже тоже понял. Вот, еще газовые фиговины. А, тут два. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, этот газ болючий, еще болезненный. Все, заткни его. Опа. Есть еще? Ну, мне кажется, это связано именно с этим. То есть... Тут такой свет прикольный. После загрузки все орехи вернулись на место. Ладно, пофиг. Мне кажется, что связано именно с этим каким-то образом. Но... Вот я теперь затыкаю все эти дыры, но мне это как-то ничего не дает. Это тоже ничего не активно. Может... какого-то чувака туда долбануть. Ладно. То есть самое очевидное, это просто позакрывать дыры с газом. Но этого не происходит. Ой, здравствуйте, ребят. Давно не виделись. А вас тут разве не трое было? Возможно, и трое. Да, вот здесь... Так, а... Секундочку. Ну, мне явно туда. Сейчас, ребят, минутку. Хорошо. Мы вернулись. Извините, надо было на минутку отойти. Кстати, тут у нас... А это что такое? Хм. Выглядит очень странно. Какие-то сопельки висят. Да, хорошо, не будем отвлекаться. Значит, нам нужно запрыгнуть. Там в инструкции говорилось, удерживайте Alt. Удержали. Запрыгнули. Ну, вот эта штука явно. Так, короче, гораздо... Так, а как мне... Нет, это, конечно, все круто, а... О, кстати, тут в кустах... Ха-ха-ха! Вот таким вот образом я и нашел прошлую штучку. Она в кустах, вот теперь у меня есть их две. Окей. Как вы мне предлагаете этим пользоваться? Я такие вещи уже видел. О, не то, пардоньте. Да, ребятки, я пока что оттуда отошел, потому что сказано, типа, если имеешь нужное приспособление, по ним можно перемещаться. Есть. И достал. Заодно просто увидел, хотел показать вам такую штуку. Раз уж мы говорим про апгрейд, я бы сейчас это мог упустить, было бы обидно. Так. Да, секрет поблизости, это я понимаю. Спасибо, Карл. Ай, больно. Я думаю, это вот этот вот секрет.
Почему у меня двойной прыжок тогда не срабатывает? Мне вот интересно. Ай! Я не могу там зацепиться. Ха. Туда же можно запрыгнуть. Так, надо... Диану. Ладно, пофиг. Да, двойной прыжок при этом в воздухе не работает, потому что, скорее всего, я использую один и тот же ранец и для прыжка, и для разгона, что, в принципе, ладно, понятно. Блин, они еще в меня отражают эту фигню. Нужная мне штука находится... О, кислота. Иди нафиг от меня все. Че вы все ополчились-то? Так. Блин, на секундочку отойти никуда нельзя, все начинают... Ага, и вон там можно будет взорвать. Хорошо. А, пойдемте на дротик, посмотрим, какое приспособление мне для этого нужно. Ресурсы доставлены, но я за себя крайне рад. Предметы. Мне... Нет, мне нужен не стабилизатор бомб. Мне нужны... Вот эта вот штука. Четвертый детектив. Улучшенная протонная нить. Улучшает протонную нить. Теперь вы можете зацепляться за рельсы и скользить по ним. Ага. Требуя элемент не обнаружен. Не обнаружен. То есть игра, в принципе, понимает, что я эту штуку не нашел. Блин, это опять вот эта штука рекламирует. Окей. Значит, игра меня сейчас должна привести туда, где это есть. Окей, пойдемте. Я не против. Хотя у нас тут... У нас до этого были некоторые проблемы с правильным нахождением. Ну ладно. Мне сейчас кажется, она меня ведет к вот этому вот цветочку, который агрессивный. Сейчас посмотрим. 140 метров туда. Я не против. Да, тут тоже вот есть эта рельса, которую я в прошлый раз подприметил. Секрет рядом. Я туда обязательно загляну. Туда мне надо говорить. Ну, пойдемте туда. Зацепись. Ух, спасибо. Меня до сих пор раздражает то, что он не берет разгон. Не знаю. Так, 50 метров туда. Чтобы это могло быть. Нужный мне ресурс. А, это вход в пещеру, где лежит. Нет, это же вы мне сейчас сюда притащили. Стоп, вот этого я на самом деле не понимаю сейчас уже. Потому что... Я вас не сканировал? Это наука, это работает. Окей. 44 метра. О, кстати, это же... Да, это углеродная жила. Хорошо. Он меня сейчас ведет через... эти же места, где я был. Только при этом говорит... О, хотя, может быть, какие-то новые места. Может, я что-то путаю. Сейчас посмотрим. Мне кажется, что мы здесь уже проходили. Но я могу легко ошибаться. Тут нужны вот эти вот семена зацепки, да, которые, ну-ка, как они выглядят. Вот так. Блин, тут есть зацепка. Что я делаю? Попавший картограф. Дайте мне еще этих семян. Я видел, у вас тут висела эта штука с ними, нет?
Да, вот она. Я был бы не против. Отлично. Просто суперски. И теперь мне нужно запрыгнуть, залезнуть туда наверх. Фу, блин. А вот и телепортец. Это, наверное, тот, который я пропустил, что ли? Нет. Тот, который я пропустил. Это интересно. Хорошо. Давайте я тогда себе еще этих штучек возьму. Потому что они полезные. Здесь у нас... Вон там наверху то, что нам надо. Оу. Это не надо сканировать. А, нашли еще одну жилую алюминию. Что хорошо. Почему-то 49. Блин, мне этого одного потом где-то не хватит. Но вы издеваетесь. Вон он. Есть. Ну, было бы очень печально, если бы я его тут оставил. Владение дикого зверя. Ай, блин, я ушибся. Владение дикого зверя туда наверх. Я вас понял. Но мне туда по побочному заданию. И также по основному мне тоже в этот район куда-то. Ёпрасто, не прыгай туда. Вон там. Там, скорее всего, будет какая-то тварина. Я вас примерно понял. Есть такое красочное, яркое. Да, мы уже приближаемся к этой башне. Неплохо. То есть, скорее всего, именно в ней будет заключаться ответ на все наши вопросы. Вау, вот это красиво. Да, тут еще одно. Святилище, я сюда не допрыгиваю. О! Там есть проход. Еще 50 алюминия. Блин, вы меня балуете. Так. Мне повезло, что большинство здешней фауны, оно не агрессивно, если их не трогать. Это реально удача. Рец я сейчас буду собирать, потому что я, например, сейчас получу какой-нибудь нужный рецепт. Здравствуйте. Так, одну штуку я ему сбил. Ай, блин. Блин, он мне много так снял. Нет, 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 не время сейчас. У меня такое ощущение, что он здесь не один. Да, он здесь не один. Блин, это печально. У меня мало жизни, кстати, если что. Следить за двумя не очень красиво. Секрет поблизости. Меня это бешено радует просто. Почему он после этого не станется? Вот что мне интересно. Да давайте уже. Бегуны по кругу. Ай, блин, он когда попадает, он не станется. Ну, так неинтересно.
Блин, там была какая-то кнопка в этот момент, которая мог... Рыкающие ребята. Да ну блин, задолбали. Давайте... Мало попал. Минуточку, а можно просто... Просто так пытаться попадать? Ну, чисто теоретически, да. Я думал, только на слаб... Ой, блин, так... Я думал, что только в слабый... Только... Все, 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 это упрощает задачу. Потому что тем ребятам, которые с крупной броней, им нельзя было попасть, пока они не... В общем, вы меня поняли. Пока они не застанутся. А здесь не надо было ждать, пока они застанутся. Можно было просто подойти и долбануть. Так. А что здесь тогда? Ну-ка. У меня с собой нет взрывчатки, вы хотите сказать? Я молодец. А, взрывчатка. А! Тут есть жемчужина. Каким образом она получается? Жила, ну жила это хорошо. Жилу я заберу. Пум. Мне нужна взрывчатка. А как это... Стоп. Я к ней не подошел, ничего не посмотрел. Может, тут надо что-то... Нет. Они... у каждой из них есть какое-то свое особое условие открытия. И нужно это как-то угадывать. Не знаю, короче, в чем прикол. И тут, наверное, скорее всего... Да, это просто арена, взрывчатки тут нет. Надо запомнить это место. Типа логово. Вот это вот. Ага, спасибо. А что вот это вот такое? Нет, это хпшка, это я понял. А... древесная щепа. Угу. Угу. Я понял, этого робота освободил. Проблема в том, что у меня с собой нету никакой взрывчатки. Ну и тот сундук, я не знаю, короче. Может, как раз за той взорванной стеной и нужно будет потом открыть что-то, чтобы сундук открылся. Ну, короче, ладно, такое. Давайте... Где у нас много взрывчатки? Где мы можем взять? Тут у нас нигде нету. Планетарные обломки. Давайте сюда сходим. Мне бы просто в кармашек положить пару этих бомбочек и... Блин, нет, тут газовые, это не то. Так, давайте... Возвышающиеся кристаллы, кратер метеорита... Честно говоря, я вот так вот сходу и не вспомню, наверное, где оно было. А вот тут есть. Хорошо. Я же взял, я надеюсь. Надо будет сейчас проверить. Я мог спокойно подойти и... Так, так. Вот она. Вот она, взрывчаточка, хорошо. Теперь вспоминаем, как нам туда добираться. По дороге вроде как, ничего сложного, если я опять же ничего не запамятовал. Вот сюда. Угу. Как нам выносливость качнуть, мне интересно. Вот жизни-то мы качаем, и, кстати, нам это сейчас очень хорошо помогает.
Я бы еще, наверное, выносливость прокачал, было бы хорошо. Тут просто хп... Ну, не просто хпшка. Тут еще и кремний, и хпшка, кстати, тоже очень круто. Так. Но вопрос... жемчужина сама и открылась. Круто. Ха, наверное, все-таки это и было условием открытия. Если открываешь секретку, открывается жемчужина. Круто. Теперь побочку мне показывают вон туда. Хорош бегать. Песель запыхался. Неужели мне сейчас в портал ведут, чтобы я на Джевелин телепортировался? Или же... Нет, 50 метров просто сюда, это не в портал. Это вот... Так. Машкара какая-то. If you use your scanner, you should be able to trace its missing parts. Go on, adventurer. There are still more pieces to collect. Use your scanner. You know you want to. Do it. Do it now. Or I'll say this again using exactly the same words and exactly the same tone of voice. Я уже использовал сканер так-то. Все, я вас понял. Идет в нескольких направлениях. Давайте отследим. Да, мы сейчас еще в детектива будем играть. Ай, круто. Какие-то враждебные комары. О, с них алюминий падает. Все. Прикольно. В этом режиме я, правда, и бегать-то не могу. Кремниевая долина, блин. В режиме сканера я бы пропустил вот это, я уверен. Иди сюда. Так, куда оно нас ведет? Под вода. Ну, тут надо будет эти штуки растаять. Зачем я это взял? Так, а это, кстати, хпшка. Я заберу, спасибо. Еще одну, и можно будет загрызть. Да, блин, чувак, я ж тебе ничего плохого-то не сделал. Меня тут убьют сейчас. Блин, надо валить. У меня здоровье вообще на один пинок осталось. Тут это было, да, дерево с хилочкой. Ох, они орут, блин. Нифига себе, они снимают по три штуки. Зачем я их вытаскиваю оттуда?
Первую мы забрали. Пофиг, я не буду его убивать. Я только вот эту жилу, наверное, заберу. Его рванет, что ли? Я не помню. Да. Это чувак с атомной бомбой. Хорошо, это был первый. А за вторым... Ой, блин. Секрет поблизости. Ну, я себя с этим поздравляю. Знаете, что мы сейчас сделаем, ребят? Во-первых, вот так. Может, нам это нужно. А во-вторых... Да, они хоть с первого раза складываются, и то хорошо. А во-вторых, я заблудился. Это нормально. А, не то чтобы... Нет, я на это сейчас не жалуюсь, но тут очень многие поверхности и виды и всякое такое, они выглядят очень похожи и одинаково, и заблудиться. Я вот говорил уже это в прошлых сериях и скажу это сейчас. Вот вообще нефиг делать заблудиться. И запутаться, и всякое такое. Я сейчас немножечко не понимаю, где я нахожусь. Хотя вот вроде как... тоже не знаю. А, вот. Вот здесь. По идее... Вон, да, наш второй этот. Значит, если мы сейчас пойдем сюда... Да, мы выйдем к сюда. К телепорту. Мы выйдем к телепорту и пойдем прямиком на дротик. Зачем я перелистнул? Потому что у нас так сегодня хронометраж затянулся, и нам нужно будет проследить вторую часть, собственно, куда делась вторая часть, и тогда понять, что и как происходит. В общем, да, ребятки, займемся мы этим всем в следующей серии, тогда... А, надо рекламу остановить. Какая-то новая, может, потом еще посмотрим. Нет, остановить! Вот, спасибо. Да, все, ребятки, в следующей серии встретимся, пойдем расследуем вторую часть, узнаем, что дальше, продолжим двигаться вперед, а на этом сегодня все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда!